Аси. Хакан, мой друг из Асоса. Добро пожаловать. Здравствуйте. Очень приятно. Я обошел особняк, Демир. Какой чудесный особняк. Да, он принадлежал моему дедушке. Когда он умер, его превратили в ресторан. Я в восторге. Интересно, как здесь жить? Вы можете спросить Демира. Он какое-то время жил здесь. Конечно, теперь я вас вспомнил. Вас зовут Асие. Аси? Откуда ты знаешь про Асие? Я записал вас как Асие, конечно, знаю. 3 года назад вы останавливались в моем пансионе, в Асосе, вы помните? Вы перепутали. Я никогда не была в Асосе. Мне нужно идти. Да нет, я уверен. Это она останавливалась у меня в пансионе. Почему она говорит, что не была там? Кажется, я сел в лужу. Что случилось? Похоже, она злится. Я сейчас приду. Я не знаю, почему она отрицает, но она пробыла в Асосе 5 дней. Она была одна. Уверен, что это была она. На все 100%. Я заметил ее, потому что она была одна, ходила задумчивая. Она все время смотрела издалека на лодки. Сидела на берегу и глядела на лодки, которые уходили в море. Было заметно, что кто-то очень обидел ее. Кто знает, какой глупец обидел ее. Я хотел опозорить Аслана в присутствии клиентов. Он не предоставил мне возможности. Я подойду к столу, пусть подойдет и отчитается. Увидимся. Аси, то, что сказал Хакан, правда? Я же сказала, что он спутал меня с кем-то. Я никогда не ездила в Асос. Идем со мной. Демир. Это правда, скажи. Правда. Ты до сих пор спрашиваешь. Твой друг ошибается, Демир. Зачем мне было ехать в Асос? Не ошибается. Это была ты. Нет, не я. Ты ездила туда. Ты была рядом, но не показывалась. Не показывалась мне на глаза. Я не ездила. Не отрицай. Ты приезжала. Я знаю. Да, приезжала. Да, я была там. Потому что я очень соскучилась по проклятому человеку, который бросил меня. Соскучилась так, как он этого не заслуживал. Я не могла без него жить. Я поехала в Асос, чтобы увидеть его на мгновение. Держись от меня подальше. Я ненавижу тебя за то, что ты не скучал по мне. Ненавижу за то, что ты не вернулся. Ты бросил меня одну. Ты это хочешь услышать? Я даже в снах приезжала к тебе. Я думала о тебе, несмотря на то, что ты перевернул мою жизнь. Но у меня была дочь. Мне нужно было устоять на ногах. Мне нужно было собраться с силами, чтобы вырастить нашего ребенка. Аси. Умоляю, не плачь. Выслушай меня, пожалуйста. Не буду слышать. Теперь ты тот, с кем я не буду близка, кому никогда не прикоснусь. Ты только причиняешь мне боль. Я навредил тебе. Но я ничего не мог поделать. Я наказан. Я жил на берегу моря. В пустыне совсем один, без тебя. Я смотрела на тебя издалека. Хотела подойти и сказать: «Хватит жить в разлуке. Ведь ты тоже не сможешь без меня». Но я не сделала этого. Почему ты не подошла? Почему ты этого не сказала?
Потому что я не знала, что ты сделаешь, увидев меня. Любишь ли? Соскучился ли? Я не знала. Я не знала. Если бы ты, Оси, встряхнула меня и привела в чувство, сказала бы, у нас впереди еще столько мгновений, Демир. Мы бы не лишились 5 лет. Ушедшее время ничего не изменило. Я просто научился жить, тоскуя по тебе. Моя тоска никогда не утихала. С каждым днем она только усиливалась. Почему ты тогда не приехал? Потому что я считал, что наказываю не тебя, а себя. Какая глупость. А оказалось, что больше всех страдала ты. Несмотря на всю злость, я ни на миг не переставала тебя любить. Я тоже. Я был совсем один. Я постоянно думал о тебе. Каждый миг. Где бы я ни был. Сейчас поля осветило солнце. Оси повернула свое лицо к солнцу. Если я выйду к ней навстречу, что она сделает? Что? Не было ни одного дня, чтобы я не скучал по тебе. Daha düşemedik biz aşka, bilemedik geçmişi silemedik.